Dacă au învățat un lucru ruși în ultimele 3 luni, este că ucrainenii nu se predau deloc ușor. Din contră, iar aceștia se și mândresc cu reușitele din războiul început de Putin pe 24 februarie. În capitala Kiev a fost inaugurată în centru o expoziție inedită cu tancuri și alte arme grele ale rușilor distruse de militari ucraineni. Localnicii au mers să-și facă selfie-uri și să vadă de aproape câteva dintre urmările războiului. De data aceasta, unele care le dau motive de optimism. Конечно, такие выставки должны быть, чтобы донести до каждого украинца, даже для тех, кто ни разу не сталкивался с войной, что есть глобальная такая проблема у всей Украины, что нужно защищать родину, что враг сейчас, если он далеко, то совсем скоро он может быть и близко, то есть нужно доносить для людей. Потребно показывать эффективность работы наших хлопцев из ЗСУ, теробороны, из гвардии, показывать, что мы нищим ворога. І що через деякий час ми звільнимо Україну від ворожої навали, від орків.